по КД престы масс-диспела. Мы их там как минимум ты одну пати должен собрать. А чё, мастер не пойдет? Чё-то я тут уже давно суммонился. А, все вижу, хоть. У Армса 1250 арпа, да, кап? Зависит от таланта. Десять процентов дает стойка. 10 это минус 40, значит 1260. Все, собрал арп, надо спекаться. А если с дубиной, по-моему. Киньте пати, к вам пойду сейчас. Помогу чуть-чуть. 90% ты должен быть. А там РДДшники еще нормально живут, а вот милики дохнут как мухи. Спасибо. Просто, блин, я помню, ДКшкой бегал. Даже ярость ни хрена не набирается, если найти этот деспаф висит. Вернее, дебаф подвисит. Короче, бежим, умираем, резаемся, бежим. Да, 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 Динамо, диспел по КД кто может. Призрачный. Он не таунтится? Чё? Не, не таунтится, по-моему, вроде. Вот это не помню, я его не танчил, я его только бил. Танчить ни разу не танчил. Бил я его много раз, а вот танчить ни разу. Тогда не таунтился тоже. Главное далеко его не увести, а вот тут вот по кругу водить, а то он заявился. Танчу я, что ли? Соберите пугов, может им кому-то еще надо. И чё, мы так не убьем, что ли? Да нет, может кому-то надо, блядь, заодно и поможем. Ну да. За 1005, так я думаю. Мастерала, что сделать с рейда паладина. Можете поставить метки, от которой не надо босса отводить. Хотя бы одну метку. Чтобы он освободился. Героическая воля 90 косарей стоит. Где? У Джоки продают. Это чё дорого? Найди дешевле. 90к спрашивал. Олю, камон, вообще копейки. Блять, гор с лича 80, тебя наёбывают. Ну, то же самое. Тот же самый лук, что ты доебался-то. То же самое. Плюс ты глору можешь получить, даже не приняв КДМ. Ну, если прикинуть, если на голд перевести, дешевле в магазине взять. Две 200 рублей получается на голд. Ну чё там? Ну а даже по магазину. А воля 1250 в магазине. Слышно меня? Теперь да. Да, медвей, слышно. А те, кто не хотят тратить деньги на? Ходят в рейды. Чё я, короче, танчу, да? Ну, РТ, давайте, да и поехали, хули мы мнём. Он танчится вообще. Танчится. А я потанчу нормально. Коня Лактара Ам. Там вообще для песни войны кто-то. Да хуй с ним. Чё, я Герус Пол обжимаю, да? Да. На полном медовое. А тебя-то за что, мастер? Ваншот, да. Хоть его сильно оскорблял. Нет. Как там ДБМ говорит, беги, он малышка, очень... беги, да? Он очень быстро сносит. Так. У него удар очень быстро. Смотри на Лактаре, у него что, этот, воздаяние? Нет.
Да он так не мог быстро набрать агро. Мог. Так босс агро скидывает, говорят же. Нет, вроде. Агро он еще не скидывал. У него воздаяние было включено. Не надо его забивать. Да, да. Там что-то лужи еще. Он видел, но... Нет. Он лужи еще что-то слабенько сыпет. Обычно тут все в лужу. Они услаблены. Оставь это. Сейчас, буквально 5 минут. А что, на Сирусе похоже, что ли, было? Побежали. Побежали. Да бегу, бегу я. Шансонг. Призрачный. Шарпи. Далеко тоже не бегите, это выйдет нахер. Забрал. На полный медвей даем. Даем. Если что, у Рафика тренька ждай. Мы побежали. Дайте пати этому паладину. Миссии смерти. Побежал, побежал, побежал. Невер. Далеко не бей. Биби. Побежал. Пока беги. У меня нечем забрать. Там от него скинем через ГКД. А он вроде вообще ждет таунтиц. Таунтиц. Шарпи побежал. В этой фазе он не таунтиц. Не таунтиц. Все нормально. Таунтиц, он просто ГКД был. О, что-то начали умирать, я что-то загнулся. Даже лужу не увидел. Вулканчики. Заебал мне этот конь. Да потому что на пула нету. Когда он сбрасывает огром, надо сразу на пул давать. Что ДПС, ой, нормально. Надо еще 2 ДД тринки взять. Ну, вроде ковыряется по чуть-чуть. Теперь же пол хп больше нет. А что там на первую кату за босс? А, там пиздец. Там, короче, робот такой здоровый, который стоит на грани, призывает мобов, в которых, наверное, или не наверное, а по-моему, 8 или 28 лямов хп. И у самого у него где-то миллиардов 20, наверное. Миллиардов? Короче, это миллиарды. О, это уже интересный босс. И там реально два рейда собирать. Ну, хочешь, сходи. Так, на ВК? Там, наверное, весь сервер надо. Два рейда. Мы ВК убивали на бегите, X10. Бегите. Три рейда. Кел, беги. Трэш рэшнулся, трэш рэшнулся. Призрачный побежал. Я могу чайником прикинуться, мне похер. Там не самый сложный босс, там сложное это что... Короче, как мы называем? Ну, здорово, народ. 20 кхп, 20 кхлб стоит. Переход на первый фон. Вы чё, это самый лёгкий. Чё? Как у магии сейчас идёт? Нет, пока вторую карту закрываем, потом груль магии сразу. Места будут на груль магии? Будут, если плюсы нет. Легче купить первую карту, чем сделать. Далеко только не играй. Еще есть фул хп. Побежал. Ну чё, эти реситься не будут, я мне геру дал. Давай, гер. Сейчас он реально изи босс вообще, по своему десятке. А расскажи мне этот пару, который уже четвертый раз, сука, летит. Нет, вообще изи. Тут опачками, блин, мёрли, когда я на X10 играл. Двое, ты там дашь ребятам чуть-чуть? Чё? А, это, да, полтинник, 500, хватит. И дебафа ни разу я не увидел на себе.
Или его тут нет вообще? Ну ты 50к даешь, Галден? Где медведь? Дает и третий на 50к. Не, а ты 50к даешь. Видели, да, я тоже ТПС даю вообще.